вас просто тряпка какая-то. Хотите с моим корешем на тем пообщаться? Игнатий, здравствуйте. Ну, добрый день. Вот такое дело. У нас утреннее правило, поэтому сразу ответить никак. Моление идет. Сейчас я освободился. Игнатий, как у вас дела? Так, ну давайте, что, вы хотели спросить что-то? Здравствуйте. Добрый. Я хотел бы спросить, вот эта вот женщина, она вообще, можно ее в жены брать или нет? А что это? Это Игнатий, он проповедник из Скайпа. Ну вот я отвечаю. Я тебя знаю, я тебя уже встречал. Ну вот так. Да. Вот, Игнатий, как это будет? У вас, наверное, телефон, это так, что-то мотается экран. Вот эту женщину, я хотел бы на ней жениться, можно? Нормально? Ну Игнатий. Что? Я ничего не... Вопроса-то я не вижу никакого. Если спрашивайте, я буду отвечать.